Прежде всего хотел поздравить своего брата. Он вчера вот стал новой главой своей новой семьи. Ну, женился, у него вчера свадьба была. Желаю ему счастья в будущей жизни. А, ну, что насчет игры. Вот, в игре, я думаю, первая игра, как бы общий вот первый сезон, у нас был своего рода адаптации и накоплением опыта. Я думаю, вот отбор мы свой уже прошли. Мы знали, какие игроки, вот хорошие, плохие, кто может выйти в команду, кто нет. И, ну, уже конец сезона, я надеюсь и уверен, что со следующего сезона мы уже будем более серьезно подготавливаться и будем биться только за высшие места, за первые места. И в Доха-Хаса обязательно станем победителем Лиги и Кубка. Спасибо. Спасибо вам тоже.